Салюды, у меня к тебе вопрос. Какая связь между музыкой, физикой и химией? Ты понимаешь, Василий, что если я начну на этот вопрос отвечать, то не хватит времени на ответы нашей гости. Она уже в студии. Так. Это Екатерина Никитина, музыкант, автор идеи, концертный сериал «Музыка во всем». Екатерина, доброе-доброе утро. Доброе утро. Ну вот сразу, Василий мне почему-то начал этот задавать вопрос. А ведь нужно вам. А ведь нужно вам, да. Музыка, наука, физика, где связь? Она скрытая, тайная. И именно об этом будут наши концерты в четверг и в субботу в зале Российской национальной библиотеки. На Фонтанке 36. Но вот тем не менее, оно все-таки скрытое. Но хотелось бы все-таки нам вот понять, ну, хотя бы чуть-чуть, жизни, да. Хотя бы такой намек, чтобы мы фантазировали. Вы знаете, что самое интересное в жизни, что греет душу? Как правило, это любовь. И мы рассказываем о взаимной любви наук, искусств и музыки. Музыка – главный персонаж нашего концертного сериала. А главные действующие лица – это науки и искусство. И каждый концерт у нас есть ведущий медиум, который соединяет в себе и науку, и искусство. То есть это гений, человек, который своей жизнью показал, как это можно соединить. То есть и науки, и искусство, и открытие. Вот как появилась идея связать, казалось бы, музыку и науку? Казалось бы, они отдельно прекрасно сживут. Да, и вот зачем их вместе связывать-то? Ну, иногда встречается в литературе или когда что-то учишь, занимаешься, общаешься с музыкантами. Вот, знаете, бывает, творческий ум часто видит связи, лежащие на поверхности иногда. И хочется раскрыть и донести публике действительно вот эту вот общую связь, единство многих вещей в мире. Расскажите о репертуаре. Вот интересно, из чего понять, будет, как да, происходит эта связь науки и музыки. Мы решили охватить в нашем творчестве City Music Band, в нашем особом жанре инструментального театра, то есть такое бэнд-шоу, большинство жанров, то есть это такое ассорти, коктейль из джаза, классики, барокко. Мы охватываем богатую палитру, чтобы вот в одном концерте показать разнообразие. Вот название «концертный сериал». То есть это не просто концерт, это не серия концертов, это целый настоящий концертный сериал. То есть мы к музыке, к физике прибавляем еще и кино... химии. И к химии прибавляем еще и киноискусство. Вот почему, в чем этот сериал, что это за серии? Как правило, что характеризует сериал? Конечно же, интрига, сюжетная линия, романтика, действующие лица. То есть есть загадка, продолжение. И музыка, как действующее лицо, оно... рассказывает нам, раскрывает свои тайны в течение вот этих серий. И всегда есть продолжение. И, конечно, самая удивительная загадка – это в людях, в тех самых гениях, в талантах, которые вот... Например, у нас есть такой медиум, как Эйнштейн. Угу. Между прочим, он был скрипач, пианист, он концертировал всю жизнь. А другой ведущий наш будет Уильям Гершель. Это в серии, связанная с музыкой и астрономией. Он ведь был композитор, написал 24 оперы и симфонии. И одновременно сделал открытие в астрономии и в химии. Но мне кажется, самая главная отличительная черта любого хорошего сериала – это отсутствие финала и тысячи серий. Вот хочется о востребованность планах, у зрителя, да, да. У вас узнать, вот какие планы у вас на будущее. Какие следующие серии? Да. А, ну это мы пока поддержим в секрете. То есть, говоря на языке кинематографическом, Василий, ждите релиза, который случится в ближайшее время. Прямо сейчас я предлагаю посмотреть небольшой трейлер этого сериала в нашей студии. Это не трейлер, это самая настоящая музыкальная серия. Друзья, встречайте в нашей студии City Music Band. Мона Лиза, Мона Лиза, Манхэттен Эвеню. You so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause lonely they can name you? Oh, that Mona Lisa. Strangers in your smile. Do you smile to temple over Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been.